Зараз у цей непростий час багатьох українців розкидало по різних куточках землі. Це різні міста, це різні країни, навіть континенти. А мене доля завела в гості. В гості до чудової жінки з щирим, відкритим серцем – до Наталії. З перших днів, коли почали біженці прибувати до Молдови, вона допомагала продуктами, моральною підтримкою. А для мене стала просто подругою. І сьогодні ми разом з нею будемо готувати чудову молдовську страву – зяму. Це перлина кухні Молдови. Наташенька, скажи, пожалуйста, що ми зараз робимо? Ну, домашню лапшу. Домашню лапшу. Для якого блюда? Для зяму. Для зяму, лапшу зяму. Зяма или зяма? Вот зяма. Как? Зяма. Вот тут у нас для зямы варятся крылышки и что еще? Бедрышки? Бедрышки. Да. Куриные. Зяма, зяма делается только из курятины. Mm-hmm. Это мы уже поняли. И обязательно с домашней лапшой. Без домашней лапши не будет. Получается. Да, и домашняя лапша без добавления воды делается только яйцо и мука, да? И соли чуть-чуть. И соль. Вот. Сейчас я буду тоже учиться резать домашнюю лапшу. Так, дорогие друзья, пока мы вот тут вот снимали пенку немножечко, да, вот с того, что закипает. Вот уже эта пенка наполовину собрана, но мы еще снимаем. Наташенька снимает пенку. Вот, аккуратненько, ложечкой с дырочками, то в это время я благополучно почистила картошку. Вот, смотрите, картошечку, морковку. Тут у нас еще вот есть уже чесночок, который тоже мы будем чистить. Но меня больше всего поразило, это вот заготовленная вермишелька, которую мы резали, меня больше всего поразило, что мы будем бросать в нашу зяму, что? Чебрец по-нашему. Я не могла понять, что это за вкус, за запах, но обалденный, конечно. И вообще не понимаю, почему в суп бросают вот эту траву. Наташенька мне сказала, что это не суп. Но это не суп, это зяма. Зяма, ну вот... Я понимаю, что все равно это жидкое что-то, да, как бы, но почему именно траву? Ну, наверное, какой-то аромат особенный будет. Да, аромат обязательно. Особенный будет аромат. Ребята, я заинтригована. Ну, посмотрим, что из этого получится, потом расскажу свои впечатления. Это после свадьбы делается, это после кумытрии делают, это на праздничные, это после... застолья на второй день, чтобы оно улучшало здоровье. И наше пищеварение. И то есть получается, если с вечера очень хорошо на свадьбе погулял, на то утром на второй день зяму кушай, и ты будешь здоров и огурчик, да? Вот мы, получается... Да. Мы сейчас чесночок туда бросили, и уже мясо кипит с чесночком. Оно будет пропитываться. Ну, а хотя оно там и кипит вместе с чесночком, но все равно мы пенку снимаем. Да? Правильно. А как долго готовится это блюдо, в принципе? Ну вот час. Только если готово, ну, готовое мясо, все и готовое. А, и готовое да. Блюдо, да? Понятно. Потому что все потом уже она поднималась. Уже почти готовое мясо, потому что это быстрое мясо. Угу. Ну, курятина. Используется сами... только курятина, правильно? Да. Другое мясо не используется. Ни индюшка, ни... Морковочку отпустить туда. Морковочку опускаем, морковочку, ну, а потом... Сейчас. Да. Четвером лапка. Ага, на четвертушечки, да? Вот
Но это чисто молдавское блюдо? Да. Да. Это самая молдавская. Молдавская кухня. Молдавская кухня. Нигде не найдешь такого. Ну, я честно скажу, на самом деле, вот буду пробовать впервые и буду загадывать самое главное желание в своей жизни. Если чесноком бросили, уже бросим морковку. Угу. Потом картошку. И потом картошку. Ну, замечательно. Как готовыми, тогда и опускаем. А травку в самом конце, да? Так, в конце. Ну что ж, друзья, ждем, потом будем пробовать. Только что мы положили соль. После морковки мы положили морковь и добавляем соль. Это очень важно, ребята. Именно последовательность. Если не поставить сейчас, оно не будет вкусно. Ага. Раньше нельзя, потому что это мясо берет. Понятно. А потом, вот когда ложим морковку, обязательно возьмем. Понятно. Ну, будем запоминать, что соль вначале мы не кладем, а кладем после того, как положили морковку. А это у нас что? Соль. А, соли. Соли не хватает. Не хватает, да? Ну, отлично. И даем снова. Обратите внимание, что мы готовим в казанке. Если есть такая возможность, если у вас газ. Потому что в казанке, конечно, все очень вкусно получается. Ну, если у вас электроплита, ну что ж, готовьте. Хорошие кастрюли, качественные. Так. Картошку. Это уже посмотрите, какой желтенький жирок. Это вот от курятины. Желтенький жирок прям плавает сверху. Очень красиво. И пахнет изумительно. Я так думаю, что это будет очень вкусно. Сытно и приятно для жира. Мало картошки нужно ложить, потому что вкус портит, да? Картошка. То есть чуть-чуть картошки? Ну, мало. Да, да, понятно, мало. Понятно. Не картошка с зямой, а зяма все-таки с картошкой. Все, даем немножко, чтобы картошка покипела. Вырасла. И потом добавляем... Нашу квинтэссенцию, вермишельку? Мы или еще нет? Еще это мы должны все готовить и зелень. Собирать будем. Вначале вот мы петрушку. Петрушку собираем вот так. Смотрим, чтобы... что другое не было, кроме петрушки. А, понятно. Чтобы попала другая травка. Другая. Потому что, ребятки, вот это мы отложили в сторону вот сельдерей и укроп. А вот это, по-моему, петрушка попалась, да? Вот попала это. Обратно. Да, сюда. Да. Мы сейчас готовим петрушку. Она уже мытая? Укропа не надо. Вообще. Вообще укропа не надо. Угу. Это, сколько же нам этой петрушки надо? Много, потому что она дает вкус. Угу. Ну, короче, большой, хороший пучок. Да. Большой, хороший пучок. Это я научилась делать замора. Да. Сейчас вот досмотрю до конца процесс и научусь. Это выбрасываем. Угу. И потом мелким вот это... Мелко-мелко пытаемся, да, вижу. Пытаемся. Это есть петрушка вьющаяся, угу. Есть петрушка корневая. Так. Есть петрушка, которая пахнет. Очень вкусная. И отдельно мы вот эту будем сейчас резать, эту, как ее на русском? Сельдерей. 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 Тоже на мелкий, вот так отдельно. Да. Потому что она, поставим мы ее в зяму в конце. Меньше огонек, да? Мы сегодня вот говорили с Наташенькой, что чем меньше огонек, тем вкуснее блюдо получается. Что бы вы ни готовили. Поэтому я тоже очень люблю, когда на маленьком огне томится блюдо. Тогда оно вкусное получается.
будь то борщ. Мы стараемся все это, чтобы остаться вот, вот это... Жирок желтенький, да, остался, да. А мы только отбираем... Пенку снимаем. Вот. Ага, видишь? Да, 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 да. А жирок остается, он виден на камеру очень хорошо. Ну, приготовили и борщ молдавский. Ага. Борщ молдавский. Вот тоже я впервые... Борщ. И я впервые встретила это именно здесь. У нас такого нету. Кисленький такой, прозрачный какой-то борщ. Молдавский. Ну, да, молдавский. Ну, очень... Борщ акру. Борщ акру. Это есть только здесь. И ну, ну, да, вся выбросается. Ну что она ж. Она сделана с... Из чего? С этой пшеной. Из пшена? Да. А я да, вначале думала, ты... что из капусты, из какой-то сделано. Нет. Пшена. Ну, это очень вкусно. Пшена, вот, вот она. Ага, да-да-да, тут даже на картинке есть такое. Ну что и ж, оно... загадочное да. У нас блюдо сегодня молдавское. Ну, честно говоря, Наташа готовит очень вкусно. Но зяму я буду пробовать впервые. Если нету борща, свари вишню. Ну, гроздь, вот так, как ее, возьми его столько. Да. И в кастрюлю ты на 5 минут его сваришь. Немножко воды, тебя... да? Немножко воды. Немножко воды добавь, и ты сваришь, и у тебя будет эта... Кислота, которая вот как борщ, да? А если нету этой, так немножко зеленого винограда. И у тебя тоже получится эта кислоты. Ага. А если даже нету этого винограда, ты бери 5 штук слив, ага. Зеленых слив, и вари 5 минут, и у тебя получится эта кислота, которая вместо нужна борща, для борща. Да. А если нету этого, что еще искать? 3-4 помидоры, но они уже спелые помидоры. Возьми и... Вот поставь на огонь на 5 минут, и у тебя получится эта кислота. Это ой. Натуральное все это самое для борща. И ты будешь кушать натуральный борщ. Прекрасно! Спасибо большое! И вот теперь ждем, когда же будет она готова, картошечка, и потом будем добавлять остальные ингредиенты. Готовить зяму нам помогает Бусечка. Бусечка наша красота. Красотусечка, да? Ты красотусечка, ты нам помогаешь готовить. Чище немножко от самой муки. Мы чистим немножко от муки. Угу. Она не просто только мука, не на ней. И добавляем. Мы добавляем вермишель, потому что попробовали уже морковку и картошку. Она уже готова. Когда она поднимается, уже? Она уже готова. Готова. Вот я немножко прибавляю огонь. Угу. И если она уже на вверх, ставим все остальное. Да, если уже все поднялось, тогда мы будем добавлять борщ. Борщ добавлять. Борщ. А от того, что да, как ее это зелень, немножко зелень, кисленькая. Чтобы было... Борщ немножко зеленой. Кислоты добавляет, чтобы вы понимали, о чем речь. А теперь зелень идет. Зелень. Это у нас идет петрушка. Вот чебрец, ребята. Чебрец. Веточка чебреца. Да. Это для меня вообще что-то невероятное. Потому чебрец. Что чай из чебреца я вот пью. Так. А как его вот в таком блюде, это для меня открытие. Все, вот, и это самое. И последнее, это у нас сельдерей. И готовится еще сколько? 2 минуты. 2 минуты и блюдо готово. Самое главное, запомните, что мы не добавляем сюда никакого масла. Идет только тот жир, который выходит из курицы. Ни в коем случае масла мы никакого не добавляем. Зажарки никакой не добавляем. Иначе вкус будет испорчен. Готово. Зяма готова, готова ребята. Пожалуйста, приступайте к тебе. Мы огонь выключили, все, настаивается наша вся эта красота. 5 минут настаивается, потом будем пробовать.
Друзья, наступает торжественный вот момент. Вермишель опустилась, поэтому уже мы знаем, что уже все настоялось и все готово. Травку мы выбросили. Вот. Вермишелька опустилась, поэтому сейчас будем наливать и потом пробовать. Какая красота! Прозрачный, яркий, зелененький. Ну, просто супер. Выглядит обалденно красиво. Да еще в таких тарелках. Сейчас будем пробовать. Так, ребята, пробуем. Я думаю, что это обалденно вкусно. Это нечто просто. Это обалденно вкусно. Так, попробуем домашний вермишель. Вот что вкусно, то вкусно. Очень вкусно, Наташенька, спасибо огромное.